Пробовали комбикорм в воде растворять. Тоже вылавливают, тоже кушают. А, к сожалению, один отказывался есть напрочь. Пришлось подселить бутылкоуток, индийских бегунков. В компании лебедь стал смелее и за месяц пребывания в реабилитационном центре набрал 200 граммов. Лаки, так зовут счастливчика, сегодня проходит свой первый официальный медосмотр. В принципе, вот он, нормально. Но здесь дырка и заживление. Вот потрогайте пальцем. Месяц назад лебедя подобрали в реке в Гатчинском районе. Птица была ранена. Похоже, в нее стреляли. Перебитое крыло прооперировали местные врачи. Кости соединили металлической спицей. Операция уникальная. Чаще птицы крыло просто ампутируют. Но не в этом случае. Лаки очень непростой лебедь. Он малый или тундряной, краснокнижный. Охраняется в России и в Европе. Это очень чувствительный вид, который быстро и резко реагирует на все перемены. Кроме того, на пролете останавливается на четко определенных стоянках. Если происходит изменение в окружающей среде, численность популяции меняется мгновенно. Вот поэтому его здоровьем очень интересуется Росприроднадзор. Лаки ждут в Волоколамске, во Всероссийском питомнике лебедей, где счастливчику дадут шанс поучаствовать в программе восстановления вида. Но для этого птице нужны оба крыла. Крылья ему абсолютно необходимы, просто, скорее всего, его дамы или кавалеры просто не воспримут без крыла, с ампутированным крылом. Он не сможет махать крыльями, исполнять движения от брачного танца. Если не сможет, отправится в зоопарк. Возможно, вместе с бутылкоутками. Птицы во время лечения успевают подружиться и потом тяжело переживают разлуку. Вот, например, ушастой сове Ночке запустили цыпленка, а она есть его не стала. Хищница давно уже здорова, но из клетки без друга выходить не собирается. А курица и летать-то толком не умеет. Тоже и с безымянным селезнем, которого нашли зимой, вмерзшим в лед. Он поправился, но сколько бы ни предлагали, улетай, не хочет. Юлия Васильева, Дмитрий Долгов и Марк Полухинских, Вести Петербург, из Ленинградской области.